Дорогие мои девочки, сегодня я вам продемонстрирую удаление ремуверинг Delete Multi, как вообще с ним работать правильно на пудровых бровях, на волосковой технике. Для начала я беру иголочку троечку, это для пудровых бровей. Если у вас пигмент засажен очень глубоко, то нужно работать единичкой точечно. Сейчас я включу аппарат. Работаем мы в холостую, без ремувера. Нам нужно взрыхлить, травмировать поверхность ткани для того, чтобы внести ремувер. С ремувером мы не работаем, потому что ремувер мультикислотный. Сейчас я регулирую аппарат. Вылет иглы. И работаем, травмируя в холостую, без ремувера. Ну, вы сначала наносите первичку, травмируя, для того, чтобы клиенту было комфортно лежать на процедуре. Вот такими круговыми движениями травмируете ткань, вздрыхляя в холостую. Всю бровь я не буду показывать, вам покажу на маленьком участке. Чем плотнее работаете, вздрыхляя круговыми движениями, тем у вас травматика больше. И ремувер зайдет, значит, лучше в поверхность пигмента, и при этом он его вытянет. Сейчас я вам покажу. Вот так вот травмируем, травмируем. Это я вам показываю троечкой модулем. Сейчас нанесем ремувер и будем ждать минуту, как указано в инструкции. Буклетик всегда прилагается. Капаем поверх. Наносим ватной палочкой, микробрашем. Я нанесу пальчиком, чтобы вы сейчас видели. Старайтесь не передерживать. Посмотрите, какая реакция у нас идет на травмированной ткани. Именно на травмированной ткани. Это говорит о том, что ремувер высветляет и выводит пигмент из кожи. Выжидать нужно минуту. Кто-то выжидает на бровях до 2 минут. Избегайте ожога. Больше 2 минут не советуется передерживать ремувер. Вот смотрите, насколько белеет ткань травмированная. Посмотрите, насколько выбеливает ремувер. И я вам сейчас хочу показать поближе, насколько выводит пигмент ремувер. Видите, не травмированная ткань, она ярче. Травмированная троечкой намного светлее. Сейчас продемонстрирую единичкой. Когда пигмент сидит вот так глубоко, единичкой травмируете сильнее до пигмента, и выходит пигмент намного сильнее и лучше ремувером. Сейчас я вам продемонстрирую удаление ремувером Delete Multi. Заранее я заправила модуль единичку. Это для того, чтобы у кого сидит пигмент глубоко засажен в коже. И чтобы его достать как можно лучше, я вам сейчас продемонстрирую, как все-таки точечно можно удалить и лучше сильно глубоко сидящий пигмент. Вылет иглы до 2 мм. И вот так нужно травмировать точечно, чтобы дойти нам до самого пигмента добраться. Как бы на одном месте притаптываем иголочку. Заранее, конечно, вы клиенту обезболиваете первичкой, чтобы клиенту было не дискомфортно. Наносим ремувер. Посмотрите, какая идет реакция на травмированной ткани. Ни в коем случае не передерживать. Минута-две, как указано в инструкции. Больше не держим. И сейчас я вам продемонстрирую одновременно на пудровом напылении, тоже точечная единичка, насколько хорошо выводит единичкой. Конечно, выводит намного сильнее. Потому что вы до самого пигмента доходите единичкой, и ремувер вступает в реакцию с пигментом, вытягивая его изнутри. Всегда работаю в холостую без ремувера, дабы избежать ожога ткани. Вот сейчас я травмировала как можно чаще. Единичкой поработала и нанесу ремувер. И покажу, что будет. Смотрим, какая реакция будет. Смотрите, как вступает ремувер в реакцию. И здесь. Мы выжидаем минутку. До 2 минут. На бровях можно, девочки, до 2 минут. Потом промакиваете хлоргексидином, либо зеленым мылом, чтобы убрать полностью состав с кожей. Также ухаживаем либо бипантеном, либо ухаживаем хлоргексидином, кто-то витамином А и Д вазелином ухаживает для смягчения. И протирает клиент дома хлоргексидином после улицы, после пыли, дабы избежать заражения. Ну вот смотрите, насколько идет реакция. Ремувер мультикислотный. У нас очень многие заказывают ремувер под собственный бренд. Мы работаем также по контрактному производству. Кто еще не знал, пишите, звоните, разработаем любую рецептуру. Ну и вот мы стираем наши волоски. Смотрите, пигмент у нас выходит вместе с ремувером. Ремувер вытягивает пигмент. Посмотрите, насколько побелел волосок. Это я травмировала единичкой.
Не передерживайте, чтобы не было ожога. Сейчас мы сотрем здесь. Вот настолько у нас выходит пигмент единичка. Единичка намного сильнее заходит, конечно, травмирует. Достаем до самого пигмента. И когда мы доходим до пигмента, у нас реакция лучше идет с ремувером. И ремувер вытягивает этот пигмент. Вот единичка я вам продемонстрировала волосок, как удаляется. Троечкой и единичкой травмировала пудру. И вот так вот пигмент у нас изначально сидит. Так что ремувер очень хорошо вытягивает старые пигменты. Также можно чередовать вместе с лазером. Слайзер разбивает крупные частицы, а ремувер уже его до конца вытягивает из кожи.